Всем привет, друзья! Сегодня буду делать очередную вешалку, только уже не на ключи, а на деревянные ложки на кухню. Нарисовал рисунок, только половинку рисунка, вторую дорисую перед тем, как выкладывать у себя на страничке ВКонтакте, чтобы вам было удобнее перерисовывать. Склеил уже щит, толщина щита у меня получилась 17,5 мм. Выпилил уже такие вот заготовочки под резьбу. Кстати, сделал их из трех частей. Намного удобнее пилить и потом клеить, если они по отдельности сделаны. А когда приклею, даже не видно будет, что они из частей сделаны. Кстати, заготовочки у меня сделаны из липы, а щит я склеил из черешни. Почему из липы? Липу намного легче резать, чем черешню. И толщина заготовки у меня 14 миллиметров. Так, дальше какие мои действия? Перебиваю рисунок на щит по контуру и выпиливаю лобзиком. После того, как выпилю, уже приклею эти завитки на выпиленный уже щит. Ну что, друзья, приступаем. Перед тем, как это все приклеить, я поверхность шлифанул, перешелся простой полукруглой фрезой, чтобы в дальнейшем можно было легко пошлифовать, без всяких там заморочек. Начинаю резать серединки и постепенно буду снижаться, так чтобы эти угловые элементы с одной и с другой стороны были по высоте хотя бы наполовину ниже центральных элементов. Для чего я это делаю? Для того, чтобы придать данной резьбе как бы пластичности, гибкости. А то все, если сделать в одной плоскости без этой игры высот ниже выше, оно в конце не так эффектно будет смотреться. Так что начинаю я резать серединки, а вам, друзья, желаю приятного просмотра. Thank you.
резьба практически вырезана, готовая. Осталось некоторые нюансы, которые нужно доделать. Например, есть здесь такой ворс у меня, который образовался во время выпиливания лобзиком от пилочки. Его с томесочкой аккуратненько уберу, чтобы потом легче было шлифовать. Вот. А так практически все готово. Так что убираю ворс и буду приступать к шлифовке. Буду запускать такой же мурилкой, как я запускал вешалку на разделочные доски, а то они рядом висеть будут. Надо, чтобы более-менее было что-то похожее. Конечно, черешня получится потемнее, а вот липа уже будет такого же цвета. Я даже сеточку и набивку заднего фона сделал одинаковую. Купил я крючки, только не знаю, цеплять эти крючки или точить такие вот точули, еще я не определился. Купил также ушки, буду на ушки сзади цеплять. А так работа, я вполне доволен, получилось неплохо. И на кухне, я думаю, хорошо будет смотреться. Так что вполне можно запускать морилку. Наверное, я переборщил с морилкой. Получилось намного темнее, чем ожидалось. Даже не разберешь, где черешня, где липа. Такое ощущение, что все сделано из одного материала. Но я вам скажу, он смотрится эффектно. Лучше этой вешалки. Покрыла я уже лаком. Давать буду такие же самые вот точульки, как и здесь, только сейчас желания точить нету, поэтому я уже, когда нарежу ложечек, лопаток, тогда уже и точулек наточу и нацепляю.
Ну, кому понравилась работа, ставим лайки. Не забываем подписаться на канал. Всем удачи, друзья. Увидимся.